Накануне заключительного дня КОП-28 консенсуса по итоговому соглашению нет. США, Евросоюз и другие страны настаивали на включении в окончательный вариант документа пункта об отказе от использования ископаемого топлива. Но предложенный текст соглашения содержит лишь список действий, которые страны могли бы предпринять для сокращения выбросов. Ce texte, il est insuffisant. Insuffisant. Il y a des éléments qui sont pas acceptables en l'état. C'est une déception. The need for urgency to replace and reduce fossil fuels in the power sector in this critical decade is completely missing. The language on coal contradicts EU energy policies, and it allows for new coal power plants. Соглашением недовольны и экоактивисты, которые видят столь мягкую формулировку призыва к сокращению использования ископаемого топлива как серьезный шаг назад по сравнению с предыдущими предложениями. Saudi Arabia and other fossil fuel producing nations have pushed back, and eventually what we are seeing a language which only talks about reducing consumption and production of fossil fuels. That's unacceptable. We as civil society reject the text because we are already going through climate emergency. Против любых жестких формулировок в отношении добычи и использования углеводорода выступали страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия.